необходимость садхане преданного Мангаларати и что она дает? Мангаларати? А что толку об этом говорить? Ну, храма нет. Где вы проводите Мангаларати? Кто-то проводит Мангаларати? Поднимите руки, кто проводит Мангаларати? Каждое утро. Боже мой, почти никого. Что толку об этом говорить? Почему? Только беспокоить себя. Я знаю, что они не будут проводить Мангаларати. Так есть уже. Постоянно. Ну, руки никто не поднимает. Боятся. Они на Мангалары. Мангалары? Нужно говорить, чтобы какой-то был результат, потом эффект развития, а толку сотрясать воздух. Сейчас, похоже, не время говорить об этом. Я провожу дома всегда Мангаларати. Время может плавать в грехасхашиве. Разные причины могут быть. Но мы всегда проводим, служим алтарю. Что я уже говорил Мангаларати в Екатеринбурге. И не рад. Ну что толку? Это движение Мангаларати. Да. Движение Мангаларати. Как он один на белом коне, больше похож никого не похож. Где же? Десятки людей приезжают. А где? Поднимите руки. Просто их здесь нет, наверное. Поднимайте руки. Все, поднимайте руки. Чтобы согласны хотя бы с этим предсказанием. Я понимаю, что не все могут приехать туда, в Калиновку, рано утром, так. Дома проводите, вам говорят. Тоже в этом случае поднимайте руки. Не все могут дом, потому что родственники могут не понять вас. А один человек может проводить? 3:30 или 4:30 утра запеть самсара давана лаби долога. Начать всем подъем в это время, и, конечно, проблема большая. Мангаларати можно проводить в уме, очень-очень тихо. То есть важно принять этот принцип. Можно вопрос? А как можно какой-то упрощенный вариант Мангаларати проводить? Если дома сейчас, например, да, ну и ты один этим следуешь только дома. Зависит от условий. Что спеть? Как вы живете, какие условия? Есть отдельная комната. Отдельная комната можете проводить уже тихонько, чтобы кто не слышал. А что вот может туда входить, чтобы это не было очень там час, например, не занимало? Ну. Час не занимает это. Можно быстрее делать. Сколько у вас есть времени утром? Ну, я на большинство, на минут 20 трачу. Да, 20 минут хорошо проводить, за 20 минут всю службу. То есть это тоже будет считаться Мангаларати, если самсара давана. Да, будет отмечаться. Нет, просто может там более авторитетно должен быть процесс. Что должно входить в меню у него? Для начинающего. Самсару нужно спеть. Можете не повторять, если вы в одиночестве поете, просто припеваете целиком. 8 куплетов. Сколько займет? Недолго. Потом джайши, потом поете пранама шри прабхупаде, джайши кришна читание, нужно хари кришна. Потом примадхаву не произносите, потом поете нарисимхадеву, молитву. Если есть тулси, можете тулси пропеть, и все. И мантру. То есть это вот, можно считать, что это мангалар, да? А почему нельзя считать, что мангалар? Ну, может, что-то еще там. Кришна всерьез его воспринимает.